Эй, бездельники, с вами Бездельник, вы на канале Бездельник, всем безделье, мы продолжаем проходить игру God of War, Бога войны. Предыдущую серию мы закончили на том, что залезли в хранилище Фафнера и выполнили просьбу Синдри. Точильного камня мы, к сожалению, не нашли, но смогли найти клинок, который точился на таком камне, и за это гном нас наградил талисманом предательства, который мы с вами очень удачно стали использовать, вставили его, так сказать, в броню, вот талисман предательства, и вкачали на максимальный шестой левел. И в предыдущей серии мы начали с того, что от каменного водопада проехались по верхним причалам озера 9, и в этой серии собирались как раз-таки изучить нижние причалы, прокачаться, спасти духов Тюра и не Тюра. Всех, короче, духов не усопших отправить в мир иной, выполнить их просьбы, если таковы есть, и собрать много классного лута. И уже накачанными прокачанными двигаться по основному сюжету. Поэтому давайте, не отходя от нашего плана, изучать причалы. А вот и первый. Хорошо. Не, Атрей, давай. Да, давай потом. Да, хватит. Потом закончим, правильно. Рубленное серебро. Так, стоп. Ага. Подъема здесь нету. Никак тут лифт не крутануть. Может быть, на данный момент мы не можем ничего здесь сделать? А нет, смотрите, тут, кажется, вот проход имеется, да? Нет, нет. Этот... Хорошо, есть история про лесоруба. Так. Он попросил у лесных деревьев ветку... Ладно, давайте послушаем кратце. Деревья, чтобы сохранить свои ветви, дали ему молодое деревце. Лесоруб сделал топор, а когда вернулся, то срубил самые старые деревья в лесу. Хм, то, что деревья старые, не значит, что умные. Понимаю, понимаю, да. Очень глубоко. Скрытая область открыта, остров смерти. Вот уже тут первые награды за изучение. Рубленное серебро. Угу. Там у нас мировой змей. Кто не видел, как мы его повстречали, открываем полный плейлист прохождения God of War в описании под роликом. И переходим справа сверху в углу экрана. Выскочит ссылка на предыдущую серию. Кто тоже не глядел, обязательно потратьте на это свое время. Вышло очень достойно. Так. Ну все, кажется. Осталось только подняться наверх. Смотри, тут еще снизу жара. Ничего. Ты хочешь зажечь ее? Да. И будет сражение, как обычно, в начале любой серии God of War. Начинается попа боль. Куда без этого? Так, это здоровье. Это... Это сокровище, кстати? Да, это карта сокровищ, как раз-таки. Мертвый капитан, что-то такое, да? Да. Сплав Лейптер. Угу. 10,5 тысяч золотой гиры и мозаичная эмблема теней. Не шутя, не шутя. С помощью сплава мы, кстати, можем там что-то качнуть, по-моему. Так, тут обрубить ничего нельзя, да и нет смысла, да? И кажется, еще вот на том корабле можно высадиться. Угу. Тут корни, которые мы сейчас не можем никак разрушить, но ничего. Сейчас точно будет какая-то битва, вылезет дух. Ха. А вот еще, да, наверх можно забраться. Пока не забыл, на самом интересном месте. Потратили очки опыта, мы, да, теперь хотим качать. Мы взяли новую руническую атаку, гнев инистых древних, да, тут 18 тысяч до третьего уровня качнуть. А еще, знаете, что заметил, что мы можем вкачать... Так, я вот на самом деле уже забыл. Что можем вкачать?
Твою мать. Волков, да, 13 тысяч, то есть в предыдущий раз могли это сделать, но ничего страшного, тут что, 3,5 тысячи и вкачаем, плюс, плюс волки будут. Давайте попробуем использовать, а нет, ну это же ледяные, да, против них нет смысла. Опа, кстати, неприятно было. Ой, ну вот как обычно, короче, хреново пошло. Да-да-да, я обязан был это сделать. Я обязан был погибнуть. Так по-тупому в самом начале. По-другому без денег, ну, никак не может. Никак. Боже мой, тут еще подъем, хорошо. Так, против ледяных рунические атаки... Нет смысла пробовать. И использовать. Можно? Да. Пойди сюда. Да, сокровище раскрыто. Потом будем использовать эти рунические атаки ледяные. А так голыми руками с ними боремся. Ага. Давайте, может, волков призовем. Так, один готов. Смотри, чё. Еще один сдох, да, правильно. О, как. Неплохо. Поворачиваемся. Мочит, мочит его там Атрей. Вовсю. Смотри, чё, спрятался. Жук, а? Нет, топором тоже, да, с ними можно. Руническая атака точно нет смысла. Вылазишь? Вылазишь. Ну нет, это прям слабенько было. В прошлый раз похуже было. Вы оба живы? Да? Бестиарий обновлен. Тень-разведчик. Этот ведет себя как тень, но вместо Сейдер использует магию льда. И он точно скиталец. Да. Привет. Давайте. На этом острове можно встретить только мертвых или оскверненных существ. Как это? Запустение, дитя. Остров на самом деле маленький, остров смерти. Такое громкое название, по факту здесь причину. Ноготок. Точно не знаю, но похоже, что прибытие мирового змея, а затем великий потоп. Угу. Многие утонули, я в их числе. Вскоре появились ходячие мертвецы. Мы можем тебе помочь? Сын. Мне просто хотелось с кем-то поговорить. И это желание ты исполнил. Спасибо. Твое последнее желание... Очень легко было выполнить. Оскверненный след. Таинственный след души, сгинувший в море, используется для улучшения рукояти искусного воина. Освобожденные духи. 2 из 4. Чешуйка мирового змея. Хорошо. Так. Подскажите, как мы можем это разрушить? Пока не понимать. Ну да, смотрите. А, угу. Не так уж было сложно найти это. Но в любом случае нам надо будет на этот остров еще вернуться, потому что здесь эти корни, которые мы пока разрушить не можем. Но вот этот вот красный сундук манящий. Обыскать нам никто сейчас не помешает. Символ неотступности. Еще один у нас уже такой был. Хорошо, осталось два духа, да? Давайте спускаться, и получается, мы сейчас, наверное, к этому кораблю и подкатимся. Так и поступим. Одна крутецкая история будет. Насчет твоей помощи. Что нельзя. Именно. Ну, Кратос, не бузи. Не обсуждается. Ты должен идти к цели и уметь не отвлекаться на ненужное. Не бузи. Они что-то знают про озеро. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем. Правильно, Атрей, правильно. Не слушай этого нудного занудного. Другие знаешь? Хорошо. Однажды Скорпион захотел так переплыть через реку. Зачем?
Если станешь перебивать, я замолчу. Ладно, ладно. Скорпион. Там прям трон какой-то. Он сказал жабе, что вознаградит ее, если она перевезет его у себя на спине. Жаба испугалась, что скорпион ее ужалит. Угу. Скорпион заверил, что не станет жалить ее, потому что тогда они утонут оба. Ага. Жаба согласилась, но на середине реки скорпион ее ужалил. Подставил. Жаба была смертельно ранена. Они оба ушли на дно и погибли. Печально. Зачем скорпион так сделал? Скорпион прилетает. Такова его натура. А, мама именно так говорила про богов. Твоя мать всегда говорила правду. Такова их натура. Хватит историй. Так, стоп, а я что-то не понял, талисман-то действует или нет? Стоп, это не тот. Куда мы его вставили-то? Вот сюда. А, для применения нажмите РС, я понял. Там еще нужно нажимать РС. Как хочешь. Я ЛС, а нажимать нужно РС. Хорошо, давайте. Ну, по-моему, оно так и так, да? Урон больше. Нет, в этом режиме только применяется. Так, я что-то не понял, а мы что-то активировали, нет? О-о-о, смотри. Ну что-то получается. Ой, как все плохо. А, ну вот, ненадолго время замедляется, да? Вот идет таймер. Ну ладно, не очень удачно получился у нас. Ой, да, я же забыл, они восстанавливают здоровье, бафы и другие. Хорошо, сейчас получится, все, я понял, как работает знак предательства. Замедление, ну я бы не сказал, что он такое прям очень долгое. Смотри. Может быть и не надо было его так качать, да что в левел. Ну, уже придется. Но пока не сожалею о том, что сделали. Тут можно несколько раз, получается, вот... Вот это вот самое сделать. Ой-ой-ой. Вот так. Давайте на всякий случай волков. Куда забрался-то? Куда забрался? Я попасть не могу. Разрываем. Ага, спасибо, Атрей. Ну что-то, кстати, его одеяние, мы что же сменили, а... Так, можно вот так в упор подойти, да? И прям туда ему. Еще он какой толстый-то. Реально прям жирный. Отходим.
Бестиарий? Понятно, с бестиарием все то же самое. Но вообще ничего хочу сказать. Талисман ок, время замедляет, нормально. Урон больше становится от бросков. А вот что касается слаборунической атаки, ну что-то такое. Может быть, на следующем уровне уже будет поприятнее. Пока. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Ты погиб после наводнения? Да. Я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра. За что я поплатился, дружок? А других живых ты тут видел? Бородатого, с татуировками. Балдур? Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что... Тоже бородатый, тоже с татуировками, ты прав. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное. Так. Угу. А как? Как попасть по тому? Пройти надо здесь? А пройти как? Тоже вопрос. Наверное, нужно все-таки сначала как-то высадиться на том корабле. Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Куда они берутся? Когда отсекаешь дух от плоти, срез не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да. Вот много. Тут, может быть. И каких? Назойливых. Бля, смотри. Ты помнишь, где бакборд и где штирборд? О, кажется, да. Погрузочный слева, а рулевой справа. Так? Не от тебя правый. По ходу движения бакборд будет слева, а штирборд... Рулевой справа. Точно. Я знал. А, круто, ассасином можно? Так, погодите. С какой стороны можно пришвартоваться? Ну, можно же, да. Но нужно, я бы даже сказал. Нет. Нет, он не хочет, да? Не хочет. И, соответственно, мы здесь ничего больше не сделаем. Может быть, еще больше осушится озеро 9? Хм. Ладно, поплыли дальше. Еще доберемся до своего. Да, тут можно сойти. И подняться тоже можно. Делаем. Угу. Это взрывается? Квейкья. Попробовать стоило. Понял. Повыше. Давайте сильнее, наверное. Нет. Отлично. 18. Кажется, это взрывается. Какой уже нос? 7-8? 7. Ну хорошо, давайте разрыв открывать. Ебать, что-то серьезное. Ёпты, а мы с ними справимся? Есть инфа, что нет. Очень долго будем ковырять их. У Мороза неплохо атакует. Давайте сначала на одного. Ну такое. Ну, очень такое. Ну, прям совсем хай-левел. Давайте рубану паузу, попробую их поковырять. Если уж совсем не получится, то забью и включусь. Если получится, то включусь после победы. Остался второй на пару ударов. На один, если быть точным. Замечательно. 112 XP за вот это вот, блять, жопа разрываловку. Это, конечно, несерьезно. Давайте сюда там нашу награду. Пыль, там вот это вот, миров. Да-да-да.
Четвертый из 18. Да, этот разрывчик был самый разрывной. Вообще нас никак здесь не жалели. Я тут менял на касание Хель. И я улучшил. У нас было 14 тысяч опыта, и я смог улучшить гнев волка, призыв этих призрачных волков до 3 уровня. Вот так. И давайте, наверное, я верну. Почему не могу? Вы не можете сменить во время восстановления. Хорошо. Только когда восстановимся полностью. Окей. Окей. Так, хорошо. И знаете, кажется, это место, где мы сейчас находимся, хранит в себе некий секрет. Давайте я сейчас надолго отлучусь и приду, надеюсь, таки с хорошими новостями. А, да, все правильно. Мы находимся там, где нужно. Правильно же? А нет, смотрите, это нужно туда. В общем, мы должны будем находиться на этом причале. Ну, не на этом, а вот на таком же. Вот там, там, на следующем. И должны будем произвести некую комбинацию взгляда то на одну жаровню, то на другую. И тогда мы сможем получить запретную рукоятку. Поэтому давайте сейчас попробуем переместиться туда дальше. И поглядеть, сможем ли мы сейчас это сделать. Можем ли мы подняться и получить эту рукоятку. Но разрыв это, конечно, правда, разрывной был. Вообще неприятная тема. Вообще неприятная тема. Так, рубленное серебро. Хорошо, поплыли к следующему причалу. Секунду. Секунду. Бакборд. Прости. Бакборд. Слева. Верно. Да, наверное, мы сможем сейчас это сделать. Это уже 8-й сейчас будет у нас нос от корабля. Угу. А, стоп, нет. И это не 8-й нос, и мы не можем подняться на тот причал. Окей. Может быть, с другой стороны? Тоже не получится. Хотя. Пещера ведьмы. Но смотрите, тут тоже мы не сможем сейчас, да? Нет, не могём. Ну тогда в пещеру ведьмы задним ходом. А, стоп, так пещера ведьмы, это же там мы ж были. Ага, окей. Тогда нам нужно сейчас вот сюда. Надо оплыть, да? Хорошо, давайте тогда я за кадром это сделаю. И уже включимся там. То есть эту секретную запретную рукоять мы сейчас не сможем взять. А, все, я понял. Я думал, надо будет целиком плывать. А нет, тут можно вот так срезать. Под этим мостом. Угу. Тогда нет смысла ставить на паузу. Можем сейчас все здесь сделать. Угу. Куда-то сюда, верно? Ну, видимо, да. Золотая гира. Получено. Скалы ворона. Новая область открыта. Тут же? Да, тут. Чё, стоим, кого ждем? Это еще одна упавшая статуя какого-то божества. Ух ты ж. Выглядит как живой. Неприятно. Ну-ка. Ну-ка, Трей, разберись. Потом будем жаровню там разжигать. Давайте сначала посмотрим, что здесь можно другого сделать. Угу.
Да, давайте сначала наверх, потом жаровни и, возможно, бой будет. Опа. Интересный крутецкий сундук. Обанцы. Вы можете читать надписи на языке мира Муспельхейм. Вы можете попасть в мир Муспельхейма, исходя из перехода. О как. То есть в этот мир вообще не обязательно по сюжету двигаться, да? А мы с вами уже весь язык изучили и можем туда попасть. Круто. И где-то остался еще один. Еще одна носовая фигура. Хорошо. Так, а я сейчас правильно сделал, что спрыгнул? Не понял. Получится у меня сюда попасть? Получится. Получится, получится. А вот еще одно сокровище. Только не знаю, была у нас карта уже его или нет. Рубленное серебро 3000 всего лишь? Мало. Нет, это не является сокровищем. Это просто небольшая нычка. Сюда. Слушаюсь. Тоже приятно. Квикья. Квикья. Угу. Он один? А, нет, там тень еще. Я не вижу его. Стоп, я же сменил. А, я забыл сменить. И сюда. Ну, давай. Добивай. Все, сдохни. Правильно. Викин? Отходим. Да. И туда. В затылок. Сынишка помог. Супер. Давай. Еще один. Я пришел сюда с торговцами, спасаясь от запустения. Угу. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки, дух. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. Это тот корабль? Ты можешь что-то затонувший? Нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Плохо. Ну... я не знаю... Перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Хорошо. Ладно. Спасибо. Всегда пожалуйста. Скверненный след. Просьба выполнена. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу. А. Но меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Получается, мы это сделали? Подняться на вершину. Да ну, тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. Это правда. Мы уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему. Верно. Так можно заодно мир посмотреть и помогать другим. Так, ну мы, получается, все сделали, что ли, да? То, что он нам сказал, мы уже заранее, да? Было выполнено у нас. Ну да, только мир огня остался. Из дополнительных. Атрей, ко мне! Ладно, я иду! Наверх тут никак, да? Хорошо. Хорошо. Вот эти непонятные сферы тоже нам сейчас пока никак помочь не могут. А тут? Справа. Хорошо. Тут все? Так, тут сейчас золото и гира будет. Правильно? Да.
А, нет, смотри, тут можем проплыть. Стоп. Мы здесь же были, да? Ну да. Правильно же? Да, мы здесь были. Ну все, хорошо, значит, перемещаемся к центру на лодке. Смотрим сейчас, может быть, что-то появилось новенькое у гномов. Можем отправиться в Муспульхейм. Муспульхейм, ну, короче, вот туда можем отправиться мы. Либо же пойти по сюжету. Тут же мы все делали уже, да? Везде были? Так уж сразу и не вспомнишь. А, нет, кстати, вот этот, 9-й, да? Черт возьми, нет. А жаль. Я думал, 9-й. Так, подъем. Ну, у этого спуска мы были. Да, туда мы ходили. А, понятно, здесь даже остаются эти мостки светиться. Хорошо, давайте сюда войдем. В эту залу, где Брок сидит. Правильно? Он же сейчас здесь. Да. Что на этот раз ломали? Ты ничего? Тут что-то можем? Чего тебе, мил пузатый? Набедренник. А нет смысла улучшать, мы же создать можем. Рукоятку тангиоста можем, да, улучшить? Угу. Давайте. Принимай работу. И больше, чтоб не давал ничего в руки моему никчемному братцу, понял меня? Ладно, говорились, Брок. Говори. Золото нет. Кстати, раньше нельзя было продавать, по-моему. Перчатки древних нам не надо, а вот пояс давайте сделаем, да? Минус руны, минус сила, плюс восстановление, плюс защита. Да, давайте. Весьма прочный, своим напором денек продержится. Угу. Ну лучше навряд ли у нас получится, конечно. Ну заходи, когда чтоб. Сейчас нужно будет сразу. Эмблема неотступности. Стойкости. Отравление. Высокий шанс получить защитный барьер, поглощающий урон вражеских атак при успешном парировании. А, не надо, не парируем. Давайте, наверное. Давайте вот огня. Защита. Защита и огонь. Понадобится. Супер. Мы уже с вами какого? 3,5 уровня. Хорошо. Мы сейчас сможем Муспльхейм открыть. Нам что нужно сейчас сделать? Получается, подойти сюда. И... Да? Угу. Мир огня. Переходим. Ну, будем надеяться, что он под наш уровень. Иначе будет бобо. Нас сразу туда шли всасывает. А, да нет, это просто кристалл так активируется, да? Да, выстраивается путь, которого мы проходим. Ну и идем дальше. О как.
Портал. Брок, ты любишь жару? Можно пообщаться. На тему, так сказать, да? Огня. Само пространство. Волшебные двери, которые ты так любишь. Тут они переходят одна в другую, их и толкать не надо. Разбуди парочку и сам увидишь. Путешествовать по Муспелю – плевое дело. Ну, посмотрим. Если только тебя не поджать. Давайте открывать. Мир огня. Утраченный язык. Выполнено. Но это что, снег? Пепел. Пепел. Это лава. Больших пожаров. Ну, этот мир ведь сам по себе великий пожар, так ведь? Угу. Муспельхейм. Древнее царство огня. Мать о нем говорила? Почти нет. Ну, просто мало какие истории происходят в огне. Разве что историю огненных великанов. Но вряд ли они много болтают. К тому же, их давно никто не видел. Рубленное серебро, окей. Интересно, что отсюда мы можем вынести для себя полезного какой-то сайт этих великанов. Или что? Так. Карта. Муспельхейм. Выполнено 0%. Хорошо. 0 так 0. Интересно, здесь вообще урон от льда-то будет как-то работать? Ну, соответственно, должен. Даже сильнее обычного наносить, да? Но мало ли, недостаточно будет ледяного, водяного вот этого всего. Чтобы что-то человеческое нанести этим огненным тварям. Будем надеяться. Иначе разворот, поворот. Кстати, я не посмотрел, вернуться-то можно? Легко и просто, или нет? Брок. Скрытая область открыта, Муспельхейм. Сыр, здесь еще один. Миф, как раз про этих огненных великанов. Угу. Бьет огненный меч. Он сражается с Тором и Одином. Это прошлое или будущее? Думали, ты нам подскажешь. Уже 6 из 11 святилищ. А, так. Я хотел сам миф посмотреть. Вот он. Добавлена легенда. Древний огненный великан из Муспельхейма. Он выковал меч огня и сразился или еще сразится с Тором и Одином. А кто нам подскажет? Кто нам подскажет, было это или не было? Обанцы. Тут вот такой сет у нас открывается, да? Задымящиеся угольки, которые крафтятся. Интересно. Интересно, интересно. Чего тебе, парень? Так, а... Хотя интересно было, древних какого уровня? Ух, огненная рукоятка Суртра аж горит, а? Угу. Полёк Синмары. Вызов яростного вихря Муспельхейма. Благодаря ему атаки красоты не могут быть прерваны. Получаемый им урон уменьшается. А всем соседним врагам наносится обычный урон от огня. Прикольно. Сильные рунические атаки топором. Вау. Дыхание Тамура. Фига себе, тут ингредиентов нужно, чтобы создать. И чары. Ни хрена себе. Ни хрена себе, как много. А где мои все ингредиенты? Сейчас тут найдем. Интересно. Подъем тут. Слушай, мир-то пустой на самом деле. Снова где все ингредиенты-то искать? Нет, не похоже. Доносится оттуда. Оттуда? Поднимитесь на вулкан. Высокая гора. Геймские испытания. Голос! Прямо за поворотом. Ёп, твою мать. Это тот огромный меч, который выковал тот... Великан. К тренировке? Вы еще, блядь,
тренировки. Мы и так натренированы. Здесь вообще ничего нету. Мистические врата, один из шести. Это про то, что нам как раз Брок говорил, да? И неизвестно что-то еще здесь. Ну, давайте потренируемся. Мусульхейбские испытания. Для доступа на следующую арену пройдите испытания. А, поэтому этот мир и не является обязательным. Просто получается оттачивать способности, навыки, удары и так далее. Получаем ингредиенты, с помощью которых потом можно накрафтить кучу всякого. Понял. Принять для разминки. Угу. Убейте врагов за отведенное время. Средняя сложность. Приготовься, мальчик. Хорошо. За 3 минуты. Драугар слева. Не вижу. Я не вижу. И сюда. Так, хорошо. Поворачиваемся. Да. Аккуратно. Давай. Ага, разрываем. Так. За половину времени еще. Я готов, ага. 8. Угу. Блять, так это толстые уже пошли. Ты же с ними хрен расправишься за это время. А, нет, смотри, нормально. Они, кстати, тут, по-моему, уровень не поднимают. Ага. Так, 6 штук, да? Давайте как-нибудь сначала вот. Они там остались, да? Круто. Давай сюда. 30 секунд, 5 врагов. Как же ты долго убиваешь. Как ты такой еще? Нет, уровень не поднимает. Ну не получится, не получится, да. Да понял, я понял. Может, не устраивает вот это вот. Да не, провалили. Ну, дали опыт, да? Тренировки нельзя проиграть. Можно преуспеть практиковаться. Ага. Ага. Или вернуться с оружием и броней получше. Стоп, а... Для разминки... Ну, получается, еще раз можем, да, попробовать? Хорошо, давайте тогда я поставлю на паузу и попытаюсь еще раз. Если нет, то, наверное, правда. А Трей прав, и вернемся чуть погодя, когда прокачаемся. Заберите награду. Мусульхеймское испытание пройдено. Отлично, отлично. Первое испытание есть. Что же тут за награда у нас? Смотрим, смотрим. Дымящийся уголек плюс 8. И рубленное серебро плюс 1300. Угу. Что дальше будет? Ага, хорошо, а легкие будут, а то среднее было. А это высокая сложность. Убивать одного
Будь готов, мальчик. Убивать врагов одного с другим. Без таймера. Враги могут оживлять друг друга для подражения и отразить атаку, презревшие смерть. Для продолжения. Какую атаку? Не понимаю. Какую атаку? Что хотел сказать-то? Пойдем. Ага. Один остался, правильно? Смотри, еще один вылез, да? Так, и что, сейчас сколько их будет? Один. Как надо отразить? Убей. Нет. А что сделать-то? Ну бей, бей, бей. Я не успеваю. Да я понял. Дар защиты. Не понял. А, для продолжения защиту. Ну я так понимаю, ну нужно всех троих убить достаточно быстро, чтобы они не успели друг друга восстановить. Хорошо, давайте тогда опять-таки. На паузе попробую, получится. Включусь, не получится. Включусь, продолжим дальше. А, не получается, не получается, да. Правильно мы поняли, что отразить это нужно убить сразу троих одновременно. Там не надо ничего блокировать. Первая мысль была верной. Не получается у меня одновременно победить трех. А, что-то я думаю улучшать сейчас нет смысла покупать там. Не вариант, не вариант. Потом сюда вернемся, более прокачанные. Повыполняем эти испытания, и уже после этого будем всякое. Всякое там. Да, давай сюда в лавку. По-быстренькому. Ага. И пойдем сейчас пока по основному сюжету. Озеро в 9 мы там, в принципе, уже. Ой, мы, кстати, впервые. Впервые перемещаемся по этим порталам. Нифига себе. Прикольно здесь сделана загрузка. Перемещение такое, да? Стоп, а это куда? Это туда, а это куда? Не понял. Прыгаем. Куда? Или это только здесь так? Серьезно? Это только в этом мире так работает? Уф. Или мы сейчас обратно вернемся? Вас предупреждали, что с тропы сходить нельзя. Серьезно? Мы погибли? Это плохая мысль. И правда. Офигеть, здесь так погибнуть можно. Забавно. А неужели нету чуть более перемещения? Вот здесь нельзя переместиться сразу через мира. Мира, миры через мира. Да, мы не можем здесь выбирать мир. Хорошо, хорошо. Значит, чтобы каждый раз не смотреть эти очень долгие переходы, мы просто сюда уже вернемся. Реально готовые ко всему. А пока возвращаемся. Так, все, в Мидгард. Мингард, Мингард, Мингард. Сюда? Да.
Круто, круто. Давайте уже быстрее. Якобы бесшовный мир без загрузок, но эти переходы, блядь, ну они очень сильно режут глаз. Давай, давай, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. То есть тот мир вообще не обязательно, даже одним шагом не имеет смысла заходить, если ты заинтересован только в сюжете. Да. Но сейчас мы заинтересованы в сюжете. А, стоп, мы же сейчас и тут можем повернуть, да, правильно? Или неправильно? А, нет, это просто подъем. Я что-то думал, что мы можем тут целиком сейчас это повернуть. Не, бред. Очевидно, бред. Мы уже видели эту статую Торы, когда уплыли из пещеры ведьмы. Где пещера? Полдень, солнце вон там. Опять? Значит, хорош. Смотри, чё? А ты куда побежал? А, вас... А, я думал вас здесь гораздо меньше. Думал двое, тут их четверо. Некрасиво. Да вижу. Понял. Понял, понял. Блять, какие они. Пятый уровень, кстати. Достаточно большой у них. Это я даже не знаю, без прокачки там с ним сколько здесь ковырялись. Так что мы правильно, что прошерстили здесь. Блять, последний удар они дали сделать. А все было бы замечательно. Все было бы замечательно. Давайте сейчас добью их. Перебью их. Кратце это прокомментировал, как было сложно. Ну, верно. Легко точно не было. Разрыв? Не обязательный, да? Ну да, не обязательно. А, Вельва 6-го левела. А, и 7-го, понятно. Забудьте просто. Да. Убивайте, убивайте. Вельвы не сдаются. Да, конечно, блядь, 6-7 левел, я даже не буду пытаться. Пошли нахрен просто от меня. Пошли вы вообще нахрен с такими испытаниями. Я не могу прочитать. Ох. Я просто сейчас активирую. Разрыв же он здесь останется, да? Он останется, да. Тут мы все. Тут мы все. Идем дальше. Разрыв пускай светится. Да, она нам все закрыла, я помню. По-моему, еще в прошлый раз, когда мы отсюда уходили. Так, тут мы ничего сделать больше не можем же, да? Да, это никак не активирует. Хорошо. Забираемся наверх. В этой серии хочу просто уже дойти до того момента. И, наверное, там и закончится. Ну, было бы логично. Если сейчас нам тут тоже 33 богатыря не повстречаются. 7-го левела, блядь. Тут Синдри, по-моему, да? Верно.
Ну, ничего нового он нам рассказать не хочет. Тут что-то у нас. Легендарные сундуки. Я помню, там один. Ебать, мой лысый череп. А нахуя? А нахуя они здесь, я просто... Это ядовитые волки, да, там какие-то были? В жопу тебе. Да хватит. Чему? Волчар этих позорных уничтожать. Бестерия обновлен. Ядовитый волк. Надо следить, чтобы не наступить в лужи, которая не оставляет на земле. Это яд, да еще и воняет. Мы видели много свирепых волков, но на этих... Но эти на них не похожи. Видимо, они больные. Эти волки плюются ядом, который лучше не наступать. Дерутся намного яростнее даже бешеных зверей. Наверное, им очень плохо. Убивая их, мы прекращаем их мучения. Так, помчали. Это скорость. Отец, вот легендарный сундук. Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Они про сердце Альфхейма. Сердце, по-моему, так оно называлось. Слышу звук. Слышу звук, это глаз Озина. Только не вижу. Да-да-да. Ниже нет, выше, наверное, где-то тут летает. Да, вот. Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Какая ошибка? Нам же просто туман этот рассеять нужно, и все. Нет? Ну и не уходил. Проверим слова ведьмы. Давайте. Свет Альфхейма, развейте черное дыхание. Свет, не сердце, просто свет Альфхейма. А, надо вперед идти. Я думал, мы всасываем. Всасываем тьму, нет. Закончим дело. Кстати, не помню, нам рассказали, откуда вообще он взялся здесь. Блять, там что-то новенькое, да? Эти кристаллы красные какие-то, которые импульсы какие-то создают. Мы с ними тоже не справимся. Видимо, такая система. Мы прошли одну преграду, появилась новая, нас отправили опять за новым предметом, чтобы это пройти. Возвращаемся обратно, проходим опять это препятствие, нам опять говорят, тут вот что-то новенькое нужно, вернись обратно, туда, найди то. Ну вон, смотри, да, сейчас оно закрыто будет, да? А, нет, смотри. Перебраться можно, поднимитесь на гору. Ну давайте, давайте. Или нет, или да. Давайте заберемся в этой серии. Давайте. Что на самом интересном завершать? Там какая-нибудь катсцена будет. А после уже можно будет и закончить. Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да. Они вроде как просто ушли. Неизвестно почему. Может, вернулись домой. В Йотунхейм? Может. То лицо на горе, это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Угу. Я хотел сейчас справа уйти, потому что там, возможно, спуск был. Но не дает, он дает только прямо идти. Единственное, я могу камеру еще управлять лево-право. И все. Тот же символ, что на двери в Йотунхейм, в храме Тюра. Великаны тут были. Вот. Я о нем. Тут есть спуск.
А это сокровище, как раз таки возвышенность и под скалой было, да, оно. Ледниковый катализатор, осколок льда, взятый с одного из ледников Хели, используют для улучшения оберега бесконечных бурь. И яростный глаз, уменьшение расхода ярости при атаках в режиме спартанской ярости на 15. Немигающий взгляд, выполнено. Куда мы? Вход же был там. Ну, Атрей. Торопишься? Нет, обычно торопишься ты, а я всегда рад отправиться. Ну, а чё тогда? Слово-то вставляешь. Так, ничего. Закрыт корнями. Уже спускаемся? Мы ничего не осмотрели. Немного серебра. Угу, понятно. Здесь только сундук, который мы на данный момент не можем открыть. Хорошо, давайте тогда на этом и завершим эту серию. А в следующей уже, я так понимаю, доберемся до вершины горы, если не будет никаких препятствий или каких-то врагов по пути. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, если вы еще почему-то этого не сделали. Полный плейлист прохождения игры «Бог войны» можно найти в описании под роликом. И... С вами был Бездельник, всем безделья, пока!